Ка. Неправильно, филохинон. Итак, Юлия, закончи все пословицу без труда, не вытянешь. Правильно, мы продолжаем. Длина Боспорского моста в Стамбуле. Понятно, 1074 метра. Юля, не было бы счастья, но... Да не счастье помогу. Правильно, мы продолжаем. Предельное сопротивление капрона равно... Понятно, 10 на 10 Ом. А я напоминаю, что Юля попалась в тему пословицы и поговорки, а Анджелина Джоли – тема папандос. Итак, дальше. Юля, закончите поговорку. Любишь кататься... Саночки? Саночки. Правильно, и любишь саночки возить. Итак, Нобелевский лауреат в области медицины в 1919 году. Джордж Бардетель, Бельгия. А я напоминаю, что Юле досталась тема пословицы и поговорки, а Анджелина Джоли вообще непонятно, как попала в финал. Итак, Юля, пословица. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Правильно. Итак, Анджелина Джоли, период развития микенского искусства в Греции. Понятно. 17-18 век. А я напоминаю, что Юле досталась тема пословицы и поговорки. Анджелина Джоли вообще могла не приходить. Итак, Юля, на вору и шапка смотрится. Горит? Горит. Правильно. Итак, продолжаем. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Итак, Анджелина Джоли, у нас за небольшую сумму денег ситуация как бы в корне может измениться. Деньги есть? Так, деньги есть. Окей, мы продолжаем. Ваши аплодисменты. Итак...